Я вчера нашла совсем случайно у себя в шкафу, где Шопен. То, что много лет хранила тайна в темных корешках пожелтевших книг. Вашу записку в несколько строчек, ту, что я прочла в тиши, ветку сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след, все, что волновать могло меня в 17 лет. Ваша записка в несколько строчек. Где вы, мой далекий друг, теперь? Дни сменяют дни, и в этот вечер, если о былом честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить вашу записку в несколько строчек, ту, что я прочла в тиши, ветку сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след, все, что волновать могло меня 17 лет. Ваша записка в несколько строчек. О, я давным-давно не так.